Лучшими по итогам 6-го республиканского турнира по казах-крюсе среди подразделений специализированной службы охраны МВД признаны кызылординцы. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 18 регионов страны. В их числе 10 мастеров спорта, 17 кандидатов и около 25 разрядников. Итак, первое место в командном зачете завоевали кызылординские борцы, второе место спортсмены из Жамбылской области, тройку сильнейших замкнули алматинцы. Победителям и призерам вручены дипломы, медали и ценные призы. Следует отметить, соревнования проводились по новым правилам. В 7 весовых категориях выступили 7. Четверо показали наивысшие результаты. Я сам стал чемпионом весовой категории 90 килограммов. Настроение отличное. В целом все регионы пришли с хорошей подготовкой. Противники были сильные.